14 февраля – день, когда звезды особенно старательно показывают в Инстаграм свои любовные приключения. Ведь, как говорится, не поделился с подписчиками – значит, не было. Костя Меладзе постарался для красотки Веры Брежневой и окружил жену шарами с цитатами из ее песен. Анна Седокова выложила фото с огромным букетом белых роз и вновь намекнула, что сейчас ее сердце не свободно. Избранник певицы остался за кадром. А вот Ирина Дубцова решила избежать догадок и почти прямо сказала, что в ее жизни наконец-то случилась любовь. Певица отдыхает в Турции, откуда выкладывает фотографии с бородатым красавцем. Подписывая их, мы стали зависимы. Сергей Шнуров тоже поздравил подписчиков, правда, в своей манере. Фото, на котором дурачится совсем не романтичный Шнур и его жена Матильда, он подписал: «Заводовая».